Как же хорошо начиналось шоу для Дарьи Мельниковой и Максима Маринина. Восторженные отзывы зрителей, высокие оценки от судей и второе место после трех прокатов. Казалось, что Максиму наконец-то повезло, ведь ему досталась актриса с огромным желанием работать. Многие поклонники считали, что пара будет в числе финалистов. Но что-то пошло не так. Уже в четвертом выпуске пара нарвалась на жесткую критику, как из-за масок, которые скрывали эмоции, так и за выбор композиции. Тема пятого выпуска – кинофильмы. Пара выбрала фильм «Стальная бабочка», где Дарья Мельникова снималась в главной роли. Вот только не все смотрели этот фильм. Например, Татьяна Тарасова. Цитата. «Все-таки лучше, когда в таких проектах, мне кажется, брать музыку, не то, что очень популярную. Но все-таки фильмы, которые смотрели. Мы понимаем, о чем речь, но не проникаемся». После проката пара была расстроена. Это значит, что снова низкие оценки.